Президент Путин отправил экс-прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина на 5 лет в Башкортостан. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации. 8 декабря Пантюшин освобожден от занимаемой должности. Теперь он будет служить прокурором Республики Башкортостан. Государственный советник юстиции 2 класса, кандидат юридических наук Игорь Пантюшин занимал пост прокурора нашей области с 31 октября 2013 года. В 2018 году ему продлили полномочия еще на 5 лет. Свою карьеру он начал в 1991 году с должности следователя в Липецкой области. Потом стал помощником заместителя межрайонного прокурора, а в 2013 и сам стал прокурором региона. В Липецке он служил вплоть до 2013 года, после чего переехал в 33-й регион. Указом президента награждался медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. Ему присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».